Всем привет! Сегодня я буду слушать Лил Пампа. Вы его попросили, я его послушаю. Я его слушала, когда был в Эшкере, да? Вот когда я тот перевод не читала, я послушала песню, ну, весело так, в плане в вашем стиле современной новой школы, да? А вот, а потом в комментариях мне написали, что там все про наркотики и т.д. и т.п. Поэтому эту песню, которая называется «Drug Addicts», я решила почитать перевод перед тем, как, и выяснилось, что там, ну, вообще там все про наркотики. В общем, он такой наркоман, да, хвастается этим и говорит, как здорово, но просто это ужас, друзья мои. Я считаю, что... Почему я вообще могу эту песню не слушать? Но я ее слушаю только ради того, чтобы сказать вам всем, что наркотики – это зло, которое, на которое вы подсядете, и потом очень тяжело от него избавиться. Да. И вот как курение, да, курите, а потом хочется бросить, а не как. Вот. Ну, тот, кто поумнее, поймет, а тот, кто поглупее, хоть обговорить бесполезно. Ну, собственно, давайте послушаем Лил Пампа, как он преподносит ту проблему, о которой он хвастается. Вот так. So, everybody in my gang is drug addicts. Ooh, ooh, chill, chill, baby. Ooh, whole gang full of drug addicts. Ooh, chill, take a lot of shit. Мне кажется, вот, знаете, даже то, о чем он пел тогда, вот стиль прям вообще один в один. Такое впечатление, что это продолжение. Start the day off with a pint. I'ma show you how to. А вот это бр-бр, это вообще. Take a lot of drugs, don't think twice. Wow. I do this every day and all night. Ooh, ooh. Whole gang full of drug addicts. Chill. Whole gang chill. Drug. Видимо, уже обкурился. Лечить везут. Whole gang full of drug addicts. Drug addicts. I've been smoking since I was 11. Вы бы хотели, чтобы у вас такой врач был? Я думаю, никто не хотел бы. Cause I pop a lot of Molly for my breakfast. Oh, Molly, I ain't never listen to nobody. Nope. In a courthouse off of ecstasy. Goddamn. And your baby mama laying next to me. Huh? After she just saw me, I just told her ass to leave. Scared. Ooh. Everybody round me like them oxies. I was too leaned out to dry the rock. Made her ass wait 2 hours in the lobby. I can't go outside cause I see paparazzi. Chill. Taking a pill, now I'm feeling better. Ooh, X. Gucci gang, yeah, I'm a trendsetter. Gucci gang. Busting up on you, bitch, wiped it off with my sweater. Ooh. I'm a drug addict, I'm richer than my professor. Man, fuck school. Whole gang full of drug addicts. Ooh, chill. Take a lot of shit, forgot what happened. Forgot what happened. Дедушку жалко. Поклонники Лил Пампа, мне он, конечно, не понравился, ну, это была предвиденная ситуация. А вот, знаете, вот опять говорю, вот те, кто себя там разукрашивает, да, и те, кого там многие уважают за то, что они такие разноцветные, а вот представьте их в какой-нибудь больнице,
который вам оказывает помощь, в школе, куда вы приведете своих детей. И подумайте, могли бы вы доверить таким людям свое здоровье или своих детей? Вот. И сразу все становится на свои места. Никто не скажет ни за что. Поэтому. А почему? А потому что есть странность небольшая, которая мешает, в общем-то, поверить такому человеку. Вот. И это вот я что-то навеяла в связи с тем, что я тут увидела. Друзья мои, ну, вот песня, трек. Она такая вот абсолютно одинаковая, как до этого была. Мне непонятно, почему так много просмотров, миллионы просмотров там за день, за два. Что там такого необычного в этом Лил Пампе, который просто вот песню «Эшкери» спел на другой лад и в другой обстановке. То он там машину громил, видимо, тоже обкурился, а тут он, значит, в больницу попал, отравил всех стариков и врачей. Ну, собственно, вот. И больше-то, не знаю, ничего особенного в его произведении нет. Может быть, если бы я перевод не читала, я бы по-другому отнеслась. А так вот только так. Бред сумасшедшего. Всё.